Переселение Хазен в квартиру, находящуюся по соседству с жильем Егайза, для обоих братьев становится шоком. После этого отношения Егайза и Синаны становятся как никогда напряженными, а любимая девушка Синана не упускает возможность побольнее уколоть его. Егайз, все время находящийся рядом с Хазен, испытывает настоящие муки. А Фазили, прогнанная из дома, не знает, как ей теперь поступить. Но она, не теряя надежду на дочь, старается объяснить ей, что ни в чем не виновата. А Исюмин придумывает новый план, как обмануть Эджи. Фазилит получает удар за ударом от младшей дочери, а сама Эджи попалась в западню Исюмин и вступает на опасную дорожку. Хазен ничего не знает о том, что свалилось на голову матери. Она увлечена своей местью, испытывает боль и гнев. Посмотреть 23-ю серию можно будет после 18 ноября.